Обстановка непростая, но не критическая. Но самое главное, что все в наших руках. Хочу вам напомнить о том, что впереди голод, как все кричат. Наверное, будет непросто. В мире будет непросто. В вашей зоне ответственности находится сфера сельского хозяйства. Поэтому, пожалуйста, сделайте все для того, чтобы в этом году организованно привести уборочную кампанию, собрать хороший урожай, сделать хорошие запасы. Поэтому стабилизационные фонды, которые вы создавать будете в районах, а если кто-то не занимался этим и не делал этого, подумайте, где вы будете хранить все необходимое для того, чтобы обеспечить жителей своего района. Всем необходимо картошка, яблоко, морковь, свекла и прочее. Подумайте об этом. Поэтому уборочная кампания, стабилизационные фонды. Вопросы очень важны. Посмотрите, как сохранить выращенный хлеб. Чтобы и зарослей не было, потому что дождь хороший прошел, сейчас пойдет расти сорняк. Надо сделать все необходимое для того, чтобы сохранить урожай. Надо думать о тактике на уборочной кампании. Уберите все до зерна. До зернышка уберите. Но не надо забывать, что у нас кроме колосовых зерновых достаточно других культур, которые мы должны убрать. Это и сахарная свекла, и лен, и картофель, и кукуруза, большие объемы. Все способствует тому, чтобы был хороший урожай по всем культурам. Нам нужно накормить свой народ и получить хорошие деньги от продажи продовольствия.